Сегодня мы приветствуем гостей и участников конкурса на открытии выставки «Красота земная». Что дает нам взгляд на мир через объектив фотоаппарата? Уникальную возможность поделиться увиденным с другими людьми. Работы фотоконкурса принимались в трех номинациях. «Есть только миг», «Жизнь природы» и «Цветы мне нежно улыбались». В последнее третье место занял Леонид Левин с прекрасной фотографией из Усолья Строгановского. Поделился с нами, что занимается фотосъемкой непрофессионально, а в конкурсе решил принять участие спонтанно. Так получилось, что буквально за неделю до закрытия заявок, приема заявок, был в Усолье. Замечательная была погода, замечательные цветы расцвели, как раз к этому периоду уже поймал. Хороший кадр, думаю, сфотографирую в итоге и понял, почему бы не отправить эту работу на конкурс. Показалось очень даже неплохой и в итоге занял третье место, чему очень, конечно же, рад. Организовал конкурс Березняковский историко-художественный музей имени Коновалова. Сотрудники отсмотрели сотни работ и в итоге выставили лучшие из них в треугольном сквере. Привлечь людей к охране природы, да, потому что на фотографиях видно, да, красивая природа, все замечательно, цветы яркие, красивые, да, закаты какие у нас прекрасные. И, наверное, когда люди любуются на такие фото, наверное, приходят мысли такие в голову, что да, надо сохранять, надо беречь окружающую среду. Вот в этом и миссия. Поздравляем победителей и напоминаем, что выставку «Красота земная» можно посмотреть в треугольном сквере до 15 сентября. Выставочное пространство за забором. Дмитрий Осташкин, Кирилл Яранцев, «Наши новости».